Ставь лайк за 3 секунды, если любишь мороженое. Всем здарова, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Руби, Ворлд и Маффины. Сегодня у нас полицейские погони в GTA 5. Всем привет! Здарова, пацаны! Ку! Итак, ребят, сегодня у нас такая вот копеечка. Гляньте, какая вая копеечка. Очень классные фары, что пацаны делают? Знаете, короче... Эй, я еще не сел, хорош! Меня уже вынесли, спокойно, пацаны, без паники, пожалуйста. Короче, на самом деле, у нас сегодня какие-то копы малеха, это неадекватные, поэтому я поехал, считайте до двух. 1-2. Понял. Они не считали, они вот так поехали. Ничего ты делал, блин, ну что ты... О, боже мой. Ты что нюхал вообще сегодня, я не понял, блин. Не знаю, что нюхал. Умпу-люмпу-люмпу. Здорово. Ой-ой-ой, не надо, не надо. Я не хочу такого. Подожди. Хочешь, хочешь. Не хочу. Хочешь, но молчишь. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, here we go again. У меня FPS улетает, что происходит? У меня FPS-а нету. И у меня FPS-а есть, что? На самом деле, ой! Ни хрена себе, тут всё взорвал. Со своими взрывами странными. Чего? У меня первое лицо, конечно, максимально всё прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты сколько едешь там? Я пока не знаю, но очень интересно, честно говоря. Я не могу остановиться, все взорваны тачки возле меня, они все просто улетают. Меня надо, что происходит вообще. Паша рэпчик слетает. Что, Паша, он куда-то на ЛГБТ поехал, а нет, мимо, эй, куда ты, что ты? Как вы, блин, его шпилите, я понять не могу. Я думал, Паша только битбоксом занимается, оказывается, еще рэпчик поет. Не, мы вместе с Пашей битбоксом занимаемся, кстати, можем выдать двойной панч. Давайте. Двойной звук, Паш, давай. Давай. Да на тебе, я улетел к тебе. Как так? Что происходит со мной, я не понимаю. А где бита, не понял, Паша давай. Паша улетает, а, взрывается, а Доня не едет, ему так скучно, и что происходит? Дверей нет, где? Без окон, без дверей, машина полная. Ты что, все, тебя там закопали, или что, или где-то выходи, давай. Я пока вроде не собирался. Да, а ты что? А как мы тебя стопить должны, объясни. Не знаю, как и в прошлых видосах. Да, он дрифтрун драчун, да. Дрифтрун драчун. Да он дрифтанул, что? Паша, остановись. Он заводится на своей жопе. Где же он? Паша, остановись. Зачем останавливаться? Мне за тобой ехать надо. Куда ты? Где ты? Я про словесные вопросы. Что делаешь? Понос? Зачем тебе понос? Я не понимаю. Что за моральное подавление соперника? Он приехал и все, он сюда не едет. Раз, три, два, десять, четыре, пять. Нормально, что я не застреваю уже? Восемь. 9, Леополь, 10. Выходи, охренеть, трос, пацаны, выходи, нет, это капец. Здесь, мы тебя ждем. Ладно, сюда, все, поймали, короче, меняем машинку, поймали. Идем дальше. Окей, раунд номер 2, да, как говорится, раунд номер 2 и поехали. Сейчас я тебе то же самое покажу. Все, поехали. Покажи, воткни в него так. Блядь! Че там? Я в вонючку улетел. У меня капец FPS просаживается, на самом деле, некоторые... Да ну, нахер, чего? Че, где он? Это чё, он на мост залетел? Да ладно, и я не понял, как я это сделал. Я не понял, как я это сделал. А куда он уехал? Ну-ка, стой. Сейчас будем разбираться, что я по стенам езжу? Что происходит со мной? Что за лимузин? Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7. Ты в мигалке включается. Понял, да никак, здесь они не работают. Чтобы не отвлекали сильно. Ну, ого. Ты что, сильнее тебя еще? Да, ты да, бля. Ну это не, это нет, это да, это просто изнасилование было только что. Я понял тебя. Где он? Где он? Да вон здесь катается, где? Да я здесь катаюсь, мне пока по кайфу. Караганде, бля. Все хорошо. Он летает, что, или что? Да я все летаю. Он делает там просто. Я все делаю. А то у меня это... Я тоже летаю. Вон, под мостом уже. Да не было здесь меня. Ты придумал все это. Короче, потом сделаем еще раунд один, там уже будут машины более-менее адекватные, я так понимаю. Остановись, дорогой. Зачем ты врезался в пол? Понял. И уехал на своем лимузине. В ночь. Так, накидываем, ребят, накидываем. Хрена ты это видел? Чего? Ты опять куда-то улетел? Раз, два. Где он?
Три. Не знаю. Что он считает, если он на пятом этаже? Пять. Я не понял. Шесть. Это странно, это внизу, придурок. Блин. Что я делаю сейчас? Я, честно, я такого ни разу в жизни своей не делал. Я не вижу, что ты делаешь, меня можешь не спрашивать. Я тоже не знаю. Я в жизни такие вещи не делал. Я еще на пятиэтажке. Это, видимо, эффект лимузина или что? Ты куда? Короче, раз, два, три, сел в унитаз, четыре, блин, заново считай. Пять, семь, восемь, девять, десять. Ты тоже не понимаешь, что происходит, да? Раз, а что вы друг друга из себя находите, я не понимаю. Три, четыре, пять. Я шесть, пойду самоуничтожить. Семь, там считает, восемь, там считает. Девять, я не могу десять. Все, я... Все, ребят, короче. Я такие делал кульбиты, такие... Я такой в жизни, ребят, не делал, короче. Все, я был здесь, вот. Ну. Я знаю, что в жизни не делал, конечно, на лимузине. Блядь, никто в жизни не летал. Ладно, давайте сделаем еще один раунд, я думаю, будет там очень весело. Окей, ребята, собственно говоря, вот такая вот у меня... Это что, это семерочка, да, по идее? Что это, кстати? По идее, семерочка или шаха? Кто знает? Кто... Гриша, разбираешься? Что это? Семерка. Смерк? Короче, считайте. Две секунды, у считайте. Мозги сватные, нахер, что поехали. Ты сквозь меня проехал сейчас? Что? О! Это чикен-брикен! Подожди, это как сыр между булками в бургере. Что ты? Мы его сейчас зажали, это же сплющили. Зачем ты сыр между булками? Ну, между бургере, в бургере. Разогреваем после убавления. В бургере. Да не надо мне такого. Бургер какой-то. Да что это происходит? Ммм, как вкусненько. Жареный. Что происходит? Бургер будет. Это будет, пацаны, лавашик. Давай, лавашик, иди сюда. Что со мной? Отпустите меня. Аджак он просто. Чикен-брикен. Чикен-брикен. По-моему, Аджахан это должна быть... Это новая идея для названия канала. Аджахан. Все. Я приехал. Вы пережарили ваш сыр, короче. Запомните этот рецепт. Паша, тушись. Я говорю, что? Меня тоже приготовление включили. Ладно, все. Сейчас я, ребята, сделаю еще один раунд. Короче, все, сейчас я должен уйти, еще все, ребята. Сырок, я должен уйти, все, я поехал, считайте. Так, да давай, считайте, блин, алло! А сколько еще, считать? А, считаем, хорошо. Ладно, не сказал. Ладно, все, езжайте. Не, ну это гуф. Сейчас сделаю фуншуй по-молдавски. Что? Кого сделаю? Фуншуй? Что? Бля, ты куда я улетел? Куда? Да куда, хороший, не пускайся там. Это реально фуншуй по-молдавски у него. Надо замочить его. Что происходит? Что за набор слов, я не понимаю. Фуншуй по-молдавски. Этот, который уходит вечно из рук. Что? Вечно уходит из рук? Он летает из рук постоянно. Вот он тоже улетел. Я понял. Допустим, я понял. Ой. О, а ты тут откуда появился? А ты откуда появился? А я смотрел, ты летел. Да, смотрел. А я потом за тобой поехал. О! Так, подождите. О, я слышал давай, взрыв Паша, где-то во дворе, что за хрень? Стой, да-да-да, сейчас, секунду. Да, все, я его готовлю, жарю. Где вы? На полицейском участке. Что? Все, не трогай. Все. Да нет, не все. Нет, я его держу, пацаны. Давай, ну чего? Он скользкий, капец, его сложно взять в руки. Это точно молдавский жуй. Блин. Давай, фуншуй молдавский, сюда иди. Да что, зависло, что ли, я не понял. Это вы неравнодушные к Молдавии, что с вами? Он проскользнул между булок, капец, это что за фигня? Паш, зачем ты его булки засовываешь свои? Я что-то да не понял. Как-то, я не знаю, ну повкуснее будет. Чтобы разогреть? Это вкуснее булки, да? Ага. Миндаль? Да, вниз упал, по-моему. Да, понимаю. Ладно. Мы на кубиках. На каких кубиках? Чё ты там делаешь? Я катаюсь. Опа! Молдавский возле меня. У меня куб, этот, бракованный у меня додж. Пустыня. Стой, мне разогреть тебя надо. Мне сказали, пацаны, разогреть тебя. Не надо меня разогревать. Я уже тёплый, всё нормально. Здорово. О! О, так даже. А, да. Ты, Гриша? Блин, горячая штучка взорвалась, ё-моё.
Да, он сегодня горячий. Горячая штучка, 99 рублей всего лишь, ребята. То ли Паша не поет, то ли наоборот он поел, я не понимаю. Ты куда, стой? На, я бот. Так, подожди. Выморить надо и как-то, давай, давай, зажарим. Нет. Маринуем его, маринуем. Маринуем, маринуем, давай. Так, пацаны. Он не хочет мариноваться. Так, 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 так. Все, 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 я выхожу от погони, как бы, я все понимаю, но пора с вами заканчивать. Подсветка? Молдавский. Светка, подсветка, что ли? Молдавский сюда. Светка, подсветка. Кто там свету жарит, я не понял. Не знаю, кто там жарит, но мы сейчас света не жарим. Где он, где он, где он, где он? Здесь он? А, вижу. Здесь он. Хорошо, Паш, информация принята. Ема. Лучшая инфа, здесь он. Слушай, это черная молния у меня, по идее. Почему я... Дайте, я знаю, что нужно сделать. А почему она желтая у тебя? Так вот именно, я о том же. Вот это такая фигня тут включается, оказывается. Ого! Ребят, а он на ЛГБТ. Нашел? Да, 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 да. А я так и знал, что он там. Да, он не, по-моему, там Паша остался, я тоже уехал. О, щит, да что за копейка в меня врезалась? Here we go again. Растерял всю мелочь, блин, капец. Мелочь? А так это реально копейка едет. Я думал, блин, мелочь растеряли. Да что происходит-то? Где он там? А что там опять? А что там опять у Гриши сзади такие. Ладно. Ты сказал, делай что хочешь. Не, ну не настолько же. Хрено. Повторись так же. Вот она. Да ты что здесь? Да не, Гриш. Да давай ты будешь кататься, а не летать, алло. Иди сюда. Ля, Гриш, давай ты будешь ездить. Это слишком жестко, алло. Гриша, хорош, завязывай. Завязывай. В гараже нашел. Гриша, завязывай. Ты тоже не особо катаешься. Да я в смысле, я катаюсь еще как. У меня все в порядке. Саня, ты в порядке? А что у тебя за машина, я не понял? У меня газ, Волга. Волга. А, это черная молния. С черной прожаркой, я понял. Снова прожаркой. Да все, короче, вышел, это невозможно. Просто. Черная прожарка, это еще. Вот она, черная прожарка едет, я увижу. Да. О, а если? Старая, новая. Как тебе бургер? Не понимаю. А с чем там Паша вообще? Не понимаю. Я хочу тебя добавить рецепт. Иди сюда. Куда меня в рецепт? Паша, дыши ровно. Самое главное, дыши ровно. Все, я ушел в погоне. Я ушел. Да, ты ушел. Реально. Раз. Два. Понял я. Три. Четыре. Нет, где мой новый рецепт? Я потерял его. Шесть. Паша, по запаху определяй. Семь. Давай по запаху. Восемь. 9, трогай, не дергай меня, уйди противный, фу. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, короче, я понял. Окей, ну ладно, я был здесь на этом, на скейт-поле. Ладно, давайте сделаем еще один раунд, последний, думаю, на сегодня уже. Давайте ко мне и сейчас продолжим. Короче, собственно говоря... Ребят, короче, последний раунд на сегодня, скорее всего, уже. Я взял такую приорку, наконец. Да я еще не начал, ну что вы! Я, короче, я чинил тачку. Считайте, да, до трех, по-нормальному, да, ёпар, СТ. Я считаю. Да вы заколебали. Я поехал, все. Два, три. Да ты не считал толком. Кто, я? Ты, кто? Все считали, я вообще молчу. Да я говорю, считай. Ой. Я знаю, что это такое. Это же скандинавский перец, от которого постоянно чихаешь. А чё тормозов нету у Доджа? У всех тормозов нету, да? Не знаю, у меня нет Доджа. По-моему, у тебя недавно, Гришина, на BMW не было. Новая приправа, иди сюда. Не, они были, кстати. Ну, наполовину. Просто не целиком, да. Так, он пытался сделать. Давай. Спасибо! В целом. Только... В целом. А почему у него приора движка нету? Ой! Ой! Опа, сквозное. Дверь. Нет. Я забрал, я тебе дверку скушал так. Пацаны, так, на вонючке тут, я просто его ем. Да. Я его по частям чисто в ДТ. Не надо, не трогай меня. Так. Все, сейчас уйду. Поехали. Чувствую, что уйду. Нет, не уйду. Или уйду. Уйду, не уйду. Уйду, не уйду. Да ушел, все, я тебя не вижу. О! Да, идеально! Да ну на, он наверху опять. На яйце. Да, на яйце. Поехали. Понял. Поехали. Так. А где тут съедца? Ни хера себе, конечно, сейчас приеду. Делаю маневры. Ага, я уже. Мне кажется, здесь. Флаги выдают меня сильно, да?
Ну, немножко так, совсем. Не выделяешься практически. Я понял. Ой! Заметный такой. У тебя колесо отлетело, я видел точно. Ты что, это приор, у него колеса не отлетают. У него это... Как все отлетает? У него это... Они отпадают просто. Отпад. А слово отпад. Да-да-да. О, куда поехал? А почему вы все приехали сюда? Не знаю. Он что, на яйце остался? Я не остался там. Он на яйце! Он на яйце, ну яйце. Где? А, вижу. Понял. Ты же вниз летел, я видел. Что? Мы! Так, ладно. Я чиню, потому что это она взорвалась от удара, короче. Это не... Так, все, я починил ее, все, ребята, короче. Она буквально еще минутка есть, чтобы сделать все красиво. Как ты через меня прошел, я не понял. Я? Или кто? Да. Господи. Не на ППС. На минутку только, на минутку, ребят. И отпускаем потом его. Давай. Мариновать? Не миновать ему, мариновать. Йоу, охренеть, что со мной происходит? Да, слушай, тебя шпилит нормально. О, еще одна приора. Нет, не твоя. Да почему этот должен тормозит, блин? Не знаю, я уже дымлюсь, мне это не нравится, честно говоря. Поэтому давай, езжай, она не едет, алло. Она нравится. Она дымится уже, на самом деле, очень сильно. О, да. Отличный перехват. Интерсепшн. О, вниз скинул. Вниз скинул. Да поехали. Она дымится у нее жестко. Нет, только не воду. Ай, черт. Плыви. Плыви! Давай, помогу. Да-да-да, молодцы. Ниха себе. Я не могу проехать, блин. Ёпта. О, можно сюда, конечно. Все, поехали. Все. Нет! Здорово. О, нормально мы его зажали. Паша! Не-не-не, ты его сейчас выпнешь его сейчас. Паша! Там горит. Паша! О, красава, держи его. Охренеть, честно. Я поперек встану. Ну, как бы тотал получается, да? Нет, ты не пройдешь в щелку, да. В щелку не пройду. Щелка закрыта сегодня. Все, я понял. Вкусные еды закрыты. Я понял. Друзья, ставьте лайки, столько прикольненький, угарненький ролик по очередным погоням. Давайте мы соберем 10 тысяч лайков, и выходит новенькая бешеная серия с новыми читачками. Всем удачки, всем пока. Пока-пока.